Данила, как настрой на зеленое дерби в последнем сезоне в регулярке? Как обычно, боевое. Надеюсь, такой же аншлаг будет, как и в том году в последнем зеленом дерби. Море эмоций будет и хорошая игра. Ну и результат, наверное, как в последнем домашнем. Да я уже не помню, как мы там сыграли. Ну, на победу будем играть. Ну, вообще, насколько важно вот эту серию, 6 матчей в сезоне, вот эту серию наконец-то выиграть, это все ничьи у нас последние годы. Ну, серию будет важно выиграть в плей-офф, а тут как бы будем играть только на победу и готовиться вот уже потихоньку к началу плей-оффа. Ну, на Акбарс какой-то особый рецепт есть. Сейчас были две команды, они достаточно такие двигающиеся, атакующие, прессингующие. Акбарс такая более вязкая, более закрытая команда. Как по-другому Салават будет играть? Нет, мы всегда играем в свой хоккей, поэтому будем придерживаться того, как и играли с прошлыми соперниками. Где брать эмоции? Вот сейчас подряд такие соперники, с которыми приходится их расходовать. Как удается доставать из себя? Ну, эмоции достанем, а болельщики нас уже зарядят как надо. Поэтому эмоций хватит. Ну, вот сейчас болельщики пришли на тренировку. Как-то какая-то создается особая атмосфера? То есть это непривычная обстановка? Ну, не то, что непривычная, просто как бы как игровая тренировка, можно сказать. Все равно то же самое, как и на игре. Поэтому спасибо, то, что приходят. Очень приятно, когда даже вот на тренировках вот такое количество людей приходит посмотреть на нас. Ну, вот по структуре тренировка сильно отличается при болельщиках. По-другому тренеры проводили, нежели обычно? Да нет, все у нас как бы по плану, так же, как предыгровая тренировка была, поэтому сегодня был такой план на тренировку. Вот у вас вторая спецбригада большинства, пока не очень удается много забивать. Когда появится вот это взаимопонимание, которое позволяет реализовывать? Ну, такой вопрос интересный. Ну, взаимопонимание есть, но не хватает вот чуть-чуть этого, можно сказать, закопать голик вот это в большинстве даже элементарно. Ну, придется, будем работать. Ну, с Акбарсом всегда такие перед матчем, там, трэш-токи, там, Том Каянов что-нибудь заявит. В Салавате есть кому что-нибудь такое сказать, чтобы зарядить? Или в Салавате не любят такие разговоры? Да я не знаю, даже как-то внимания не обращал, то, что там говорят. Просто выхожу, играю, как и все ребята. Ну, по-моему, как раз про Данила говорили, там, 60-килограммовые про игроки. Про Леща. В прошлом сезоне же. Это в этом сезоне Лукаянов сказал про Леща. Нет, тоже это был разговор. Ну, сказал, господи. Не читал это, не смотрел? Нет, кстати, ну, мне ребята рассказали потом, ну, как бы, ладно. Это его мнение, пусть его и придерживается, ради бога.